соскучился? Тогда... Мур, привет, друг, это Зверько. И отдельный Мур хейтером этого приветствия. Хватит шуток, продвигаемся к обновлению 1.3.74. Ах да, в обновлении 1.3.72 я говорил о приложении UU Game Booster. Не ставь его, он не для СНГ, по крайней мере пока. Итак, Фарамис будет доступен в рамках ивента 515. Как и всегда, от тебя будет требоваться лишь зайти, поиграть с друзьями, поделиться результатами в соцсетях, похвастаться маме и по окончанию получить этого героя и скин. Наверное, тоже будет бесплатный, но это вообще аттракцион невиданной щедрости. 7 мая добавят новый облик для Дигги – созвездие. Полная цена – 749 алмазов, скидка на неделю – 30%. 14 мая добавят очередной облик Веном, теперь на Грока, называется Варан. 899 алмазов – полная цена, скидка как всегда. Мая. Облик Руби, Леди Зомби. Будет в коробке. Хочешь получить – готовь денежки. Случилось событие, которое многие ждали. Крупное изменение в магазине фрагментов. Премиум облики. 11 мая. Тигрил Темный Страж. Пока. Акай Летняя Вечеринка. Привет. Редкие облики. 10 мая. Фрея Охотник на Драконов. Москов Командир Змеиный Глаз. Алукард Викант. Сабер Могучий Воин. И Мия Капитан Шипов. Вычеркиваем. Роджер Анубис. Алдос Красная Мантия. Ли Сун Син Главнокомандующий. Ханза Бледный Фантом. Нана Механическая Горничная. И Циклоп Заклинатель. Вписываем. Магазин героев за фрагменты. 7 мая Москова меняют на Диги. 11 мая Валира заменят на Руби. 18 мая Чане исчезнет, появится Роджер. 21 мая Аврора и Лесли уйдут, придут Селена и Карина. 25 мая Харит сместит Кимми. Изменение героев. Оптимизация описания для 21 оставшегося героя. Хуфра. Первый навык. Теперь можно преодолеть больше препятствий. О, шикарно. А то видишь, что стрелка прыжка заходит за камень, а Хуфра лбом въезжает в этот камень. Второй навык. Оптимизировали опыт вибрации. Вот и понимай как хочешь. А еще Хуфре сменили иконки навыков. Франко. Исправили баг, когда ХП реген от пассивки переставал работать после смерти. Кае. Второй навык. Немного уменьшили расстояние рывка. Грейнджер. Оптимизировали размер дисплея героя. Кстати, его убрали из-за бага. Можно было спамить второй скилл при определенных условиях. Эсмеральда и Хуфра добавили пасхалку. Теперь они, если в противниках, переругиваются. Киризла. Второй навык. Уменьшили немного базовый урон, добавив бонусы от предметов. Сократили время замедления до 1.5 секунды. Как говорится... Иксборг. Оптимизировали эффекты и звук. Пассивка. Теперь он сможет подбирать части брони, которые выбил Иксборг врага. Решили увеселить боевку по ходу. Теперь про режим выживания. За него как-никак тоже БО начисляют. Ботинки убрали из этого режима. Все. А пассивка Алисы теперь будет работать на крипах этого режима. По скриптум. Некоторые товарищи заметили оговорки при монтаже. А все просто. После того, как я продал машину и купил комп, чтобы приобрести другую машину, пришлось взять кредит на размер компа. Приходится больше халтурить и меньше времени на видео остается. Тем более на проверки и перепроверки. Но я буду благодарен, если ты поддержишь меня и канал. Ссылки, как всегда, в описании. Если видео понравилось, подпишись на канал и поставь лапку, чтобы не росли клешни. Удачи, друг!